Ремонт турбокомпрессоров у нас проходит по единому стандарту. И благодаря современному оборудованию турбокомпрессор соответствует заводским настройкам. Самый важный документ – это гарантийный талон. Самым внимательным образом прочитайте и изучите, что вы должны сделать. Еще раз прочитайте внимательно все условия, которые указаны в гарантийном талоне, и привозите автомобиль с установленным на нем турбокомпрессором к нам в сервис. Группа компании «Снитков» приветствует вас. И очень часто у вас возникают вопросы о гарантии на отремонтированные нами турбины. И у нас есть такая услуга, как ремонт снятых турбин. И сегодня давайте поговорим о гарантийных обязательствах на те турбины, которые вы нам приносите отдельно от автомобиля. Вы их можете снять как самостоятельно, так и в любой другой организации. Итак, давайте начнем. Ремонт турбокомпрессоров у нас проходит по единому стандарту. Здесь мы разбираем, дефектуем детали и согласовываем с вами дальнейший ремонт. После согласования ремонта детали отправляются в мойку. Крупные детали моются у нас в моечной машине, а мелкие в ультразвуковой ванне. И финальная стадия – это пескоструйная обработка, после которой детали становятся практически как новые. А в этом цеху мы производим сборку, регулировку, настройку и балансировку турбокомпрессоров. И благодаря современному оборудованию турбокомпрессор соответствует заводским настройкам. Также по окончании ремонта мы выдаем комплект документов, которые подтверждают то, что турбокомпрессор совершенно точно настроен, отбалансирован и соответствует всем заводским настройкам. После ремонта вы получаете отремонтированный турбокомпрессор и комплект документов. И в этом комплекте документов есть самый важный – это гарантийный талон, в котором указаны условия, которые вы должны выполнить для сохранения гарантии. Здесь их не так много, и сам гарантийный талон не очень большой, поэтому самым внимательным образом прочитайте и изучите, что вы должны сделать, чтобы у вас была гарантия. А еще вы должны будете выполнить те рекомендации, которые мы вам дадим, потому что после разборки и дефектовки становится понятна причина выхода из строя турбокомпрессора. Поэтому следуйте, пожалуйста, нашим рекомендациям. Но если не вы, не тот сервис, на котором вы ремонтируете свой автомобиль, не ознакомились с условиями гарантии и не выполнили наши рекомендации, а только что отремонтированный турбокомпрессор сразу установили на двигатель, на котором неисправны следующие системы. Это система выхлопа. Обычно там, как правило, неисправен сажевый фильтр, он бывает забит. И забитость эту вы визуально можете сразу не увидеть, потому что верхняя часть этого фильтра бывает обычно чистая. Забивается он, как правило, дальше, внутри. Неисправна топливная система может быть. А это банально либо неправильная диагностика, либо при больших пробегах, как правило, ремонтировать нужно и турбокомпрессор, и топливную систему. Потом неисправна может быть система впуска, это воздушный фильтр, патрубки и интеркулер. Из-за их негерметичности на турбине может быть абразивный износ. И еще может быть механическая неисправность двигателя, начиная от банальной неисправности клапана КВКГ до остатков после капитального ремонта, либо после ДТП. Обычно куски металла остаются во впускном коллекторе, и достать их оттуда не представляется возможным. И со временем эти куски отламываются и попадают в двигатель, и повреждают турбокомпрессор. И в этом случае только что отремонтированный турбокомпрессор у вас снова выйдет из строя, и это уже не будет являться гарантийным случаем. Но если все вышесказанное к вам не относится, и после установки отремонтированного турбокомпрессора вы считаете, что он работает неправильно, то в этом случае вы должны предоставить нам свой автомобиль с установленным на нем турбокомпрессором. Мы в вашем же присутствии проведем бесплатный осмотр и диагностику, а при необходимости демонтируем турбокомпрессор за счет компании и выполним его проверку. И если подтвердится, что поломка действительно вызвана заводским дефектом, то для вас все эти процедуры и ремонт окажутся действительно бесплатным. Но если подтвердится, что поломка вызвана либо нарушением условий установки, либо условий эксплуатации, то вам придется повторно оплатить все выполненные работы. Мы рассматриваем все гарантийные обращения, но для этого нам нужен автомобиль с установленной на нем турбиной. Ну а вам спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписываться на наш канал, смотрите нас во всех социальных сетях. И находимся мы в Москве, улица Краснобогатырская, дом 2, строение 26. Ну а с вами был я, Роман, и группа компании «Снитков». До новых встреч, пока!